привет, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Диман, Донни и Андрюха, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это шоу «Битва автогонщиков». Всем ку, пацаны! Всем привет, пацаны! Ребята, сегодня мы взяли промышленный район, давай занимайся. Получается, здесь я уже спрятал 4 своих тачки, которые покажу через секундочку, пока вы будете прятать свои, поэтому погнали. Но первая тачка Lamborghini у нас будет стоять за контейнером вот здесь. Ну а вторая тачка Jaguar у нас будет стоять на стройке вот тут. Третья тачка Маруся у нас будет стоять в подворотне здесь. Ну а последняя тачка Кёнигсек у нас будет стоять в Лос-Сантос Кастомсе на покрасочном боксе. Ну чё, пацаны, мы спрятали по 4 тачечки, время пошло, я поехал 10 минуточку, да, надо найти 4 тачки за это отведённое время и потом пройти испытание. Ну куда там поехали вдвоём? Ты чё делаешь? Я тебя хочу скинуть. Вот это вы жёсткие. Ладно, ладно, ладно. Не расставишь, чё пожалуйста. Что там происходит, да пацаны? Ничего, короче, мы тут с Ваньком поцеловались. Нормально, красавчики, я люблю. Я не знаю, с кем там целовался, я ничего такого не видел. Окей, хорошо. Так, я в пейнтспрей заехал, так. Чего? Я всё понимаю, но типа не могу одно понять. Его, пацаны! Что-нибудь есть интересного? Пейнтспрей нашёл Кёнигсек какой-то. В смысле пейнтспрей? Да, я сразу решил сюда поехать по лоховским нычкам сразу. Везет понял. Кому-то, да. Я, да. Короче, еще нет, не нашел. Пойди. Оп! Ебой. Нормальный ход. Ебой. Нормальный ход. Я, говорю, сейчас перевернулся, так красиво было. Нормально, пацан, нормально. Что получается, Ванька, у тебя тоже ничего нету? Да не анимаю, пацаны, да. У меня первая тачка, я уже везу на базу, так что можете меня поздравить. Капец, такие у них так нахал. Да. Слушайте, ну она такая быстрая достаточно, хочу сказать. Везет вот. Кому-то. Вау, отлично. Димон, так. кстати, у меня что? Для тебя сюрприз, мазафака. А что ты какие прятал еще? Сюрприз? Я нашел уже. А, зеленый я прятал. Зеленый нашел? Да вы уже достали, вы все по тачке уже нашли. А что за сюрприз, братан? Я буду тебя сегодня это. Ну все, ищи дальше. Так, а кстати... Что там? Кстати, что да я не знаю, я, короче, еду уже, получается, по железке, смотрю, говорю, что есть. Ну, братан, ты не найдешь моей тачки, я тебе 100% говорю. Ты думаешь? Да, 100%, вообще тысяча. Не, ну пока реально ничего не могу найти. Я запрятал тачки в такое место топовое, вообще прям офигеешь. Угу. Тачку и там, короче, ты найдешь, может быть. О, может нашел. Что нашел, братан? А что это получается, подожди. Это у нас... Это Егор, что ли, по-моему? По-моему, это не знаю цвета. А какого цвета? Зеленого, братан? Цвета получается. А, зеленого. Тачка. Так, отлично, динамик. Нормально. Отлично, езжай. А, нет, это Lamborghini. Я путаю, это Lamborghini, да, я же тебе Lamborghini ставил, да. Я тоже вообще. Думаю, что сейчас такое. Перепутать бы ламбу. Да. Ага. Так. Че там, что там, Димон? Ага. Да не, ничего, Lamborghini. Только не говори, не говори ничего. Чего там такое, пацаны? Ваня вообще не в курсе, наверное. Я вижу зеленую машину. Какой зеленый ты видишь? Я вижу тебя. Ты уехал отсюда? Что происходит? Чего? Да ладно, на крыше лежит. Ебой! Там две тачки стоит. Ну как вам такое, пацаны? Ебой, нормально. Нашел зеленый. Ты какой забрал? Там что? Я Ярин Джак. А здесь еще одна была, что ли? Не знаю. Ну там я забрал. Твою мать, я не ту забрал. Ну ладно, нормально, Рейнджак тоже сойдет. Там, короче, Андрюха три тачки туда, получается, спрятал, вот. И теперь надо, короче, как можно быстрее. Я и заберу, я и заберу. Слышишь, заберешь, я уже еду, а ты где? Я лампу нашел. Я здесь. Ты здесь? Окей. Да. Окей, я вижу тебя. Где ты? Я вижу, что ты хотел сделать. И Андрюха везет лампу. Андрюха чисто по моей. Ты машину не довез, Дима машину не довез. Я чисто вывез тоже. Где заезд? Ты не довез ее, алло. Она не стоит здесь. Андрюха, забирай ее. Припаркуй мою тачку. Забирай ее. Она теперь моя, не довез. Подожди, вот тут. А, так подожди. Если ты забрал... Я понял. Что происходит? Я понял. Я понял. А, сколько у тебя машин? Две тачки, у меня Lamborghini. А у тебя, Дима, ты сейчас третью ведешь, да, уже? Только первую. Я искать поехал. Я нашел. Стоп. Чего, Димон? Чего там? Стоп. Там просто как бы еще там... Это четыре тачки, что ли, стоит? Да, братан, я тебе решил сделать ослиное гнездо, я бы так сказал. Да ладно, короче, две тачки. Там еще одна. Зеленая, да, еще одна? Три.
Там Ванёк мародёрствует тачки Димона тупо. Ванёк тупо, блин, за моим хабаром приехал. Да. Покушение на хабар, пацаны. Кстати, блин, по факту я сам спалился, да, получается? Но я, так ты не... Я внутри забрал, там, видел, там. А я видел этот Порше, короче, и думал, блин, было его забирать. Я думал, ты его сейчас заберешь. Слушайте, а ты что забрал? Димона я забрал Ламборгини, прикинь. Реально, нет. Димон, ну, я, знаешь, молчать. Как бы я спалился тем, что я не думал, что там 4 тачки будут стоять. Я чисто про одну сказал, а потом чисто так странно смутил меня. А сколько, Димон, ты вывез? Ну, я только 2 вывез. А, то и Ванёк, ну, и Ванёк, да, 2 забирает. Я понял, нифига, а я 2 жёлтых. Слушайте, ну, как бы, это мне уже нравится. Осталось ровно половина. О, 5 минут получается. Мало половин. Мало-мало половин. Я что-то найти не могу ничего. Только 2 тачки нашел. Я ничего не хочу сказать. Я, короче, залетел на F2 на трассу. Потому что я был под ней. И я, короче, когда залетел, я увидел РС-ку прямо перед своими глазами. Нормально, бро. Ну ты читак через F2 летал. Ты у меня вообще 2 тачки украл. Мои, по факту, мои. Херали они твои, то есть ты их не забрал. Но я же их нашел первый. Дима, вот это вообще не работает. Красная нашел, получается, третья моя тачка, вот. А остается уже 4 минуты, и надо найти последний. Ванёк меня столкнул нафиг. Дрюха поймал. Такой себе. Вот. А, я красную тачку нашел еще одну. Ебой. Короче, это Bentley Bentayga, пацаны. Нифига, нормально. Она в туннеле в каком-то стояла. Кстати, я вижу твой ник, ты, получается, рядом со мной где-то, да? Да, понял, братан, я тут. Короче, Андрюхе повезло больше, он нашел Bentayga. Хотя, может быть, я бы ее нашел, если бы был первый. Ну да, кстати, она, кстати, с дороги была видна, тут объект не прорисовался, поэтому я понимаю. Да. Сколько у тебя тачек, получается, Андрюх? 3 тачки, да. А, у нас у всех по 3 тачки? Да, походу, в натуре, пацаны. Прикольно. Не, это реально прикольно, кстати. Ебой. Так, это тут твои сты. И бой. Тут бой. Твои стояли, и чисто я нашел последнюю, ребята, это ламба. А подожди, Ламборгини? Ее, знаешь, да, что спалило? Знаешь, что я тебе скажу? Размерам. Ты около нее проехал 2 раза. А тут и Андрюхины тачки стояли? Да. Ты, короче, ты когда уезжал и кричал, типа, нашел еще одну, я подумал, типа, что ты нашел мою. А потом я лестницу заметил, такой, типа, чё? В этом месте 5 тачек, что ли, стояло? Не, мавы стратегии. Ребят, я... Ничего не хочу сказать, это какой-то пипец. Я ее реально вот только сейчас заметил. Чисто, знаешь, она не по размерам этого конта была. Она тупо выступала за его пределы, и я чисто из-за этого заметил ее. Ребята, прошло, получается, порядка 8 минут. Вот, вам остается тут 2 минуты на поиски. Вот, я для себя останавливаю таймер, и давайте, ребята, ищите. Ребята, время вышло, и, получается, я нашел 4 тачки. Пацаны нашли по 3 тачки, и нашли одну мою, и, я так понимаю, одну Ванька мы не нашли, да? Да, перепортитесь ко мне, пацаны. О, давайте. Знаешь, что я вам скажу, пацаны? В одном месте стояло не 5 машин, в одном месте стояло 6 машин. 6 машин? А чего? Ее не видно, значит, что? Что за щит? Подожди, я сюда залетаю. Ну ты щитор! И ты еще про меня что-то хочешь сказать? Она реально... Что? Я не знал, что ее не видно. Машина-призрак? Да это не машина-призрак, это место-призрак. Ну слушай, но это место делает из этой тачки призрачную. Один получается... А здесь стояла еще одна моя Андрюхина 4. А, да, кстати, получается, вот, да. Но они практически, да, все в одном месте, как бы, ребята, это просто какая-то нереальная серия, отвечаю, такого я еще не испытывал. Это замесы, пацаны. Отлично, погнали, покажу свою последнюю тачку. Ну и самая единичная, на мой взгляд, тачка Маруся стояла вот здесь. Что, пацаны, не потрёты, что ли? Я вот здесь ехал, я остановился вот здесь, когда время закончилось, понял? Вот именно в этом месте. То есть ты ее почти нашел? Я почти нашел ее. Реально, ребята, прикиньте. Ну, короче, да, ребята, получается, все тачки мы нашли, какие не нашли, вам показали, а значит, погнали, почитаем хабарчик. А, ребята, ну что, мы почитали цены, и давайте начнем с Дони. Что у тебя тут? Давай. У меня все так, по дешману, 72 ляма рублей. 72? Ну, я бы не сказал, что дешман. Так, получается, Андрюх, у тебя тут что? 232, короче, 232 миллиона. 232 за 3 тачки? Да. У меня за 4 тачки 185 миллионов. Ебой, братан, ебой. Да ладно, у тебя получается что, дорогое Бентли, да, Кёнигсег, он, по-моему, 2500. У меня Авентадор очень дорого стоит. Авентадор, ну, я бы не сказал, что он дорого стоит, вроде там дешманский. Такое. Ладно, ребята, в принципе, все цены мы почитали, Андрюхе даем балл и отправляемся на наше первое испытание. Го. Ну что, пацаки, погнали, прыжок. Погнали. Давай. Кстати, я не знаю, как прыгает Кёнигсег. Я плюс тоже не твой знаю. Раф, и вроде ламба едет. Смотрите назад просто. Ну, хорош. Нормально. Мне-то вообще овощ. Ну, кстати, Е4 стоит.
Я 300 еду. Капец, пацаны, меня как 350. Будто, знаете, меня как будто алькантару пришивали здесь, просто, знаете. 400. Блин, не знаю, шили эти. 520, Кусяндр! Пацаны. 520, просто я 520. Пролетел. Фига, у меня какая-то заряженная, прям, не знаю, нанотехнологии в тачке у меня внутри. Ну, я прыгнул на... Я понял, магистраль. Слушайте, просто это второе магистраль. Место у меня. Ёптель, я отрикошетил. Получается. Так, Андрюха здесь. Да, Ванёк у нас вот тут. Ну ладно, ребята, получается, балл я забираю. И мы идем на последнее испытание. Оки-доки, пацаки. Дерби. Ну-ка. Раз, два, три, гол. Погнали. Получается, одна победа, да? Одной победы. Сейчас надо скинуть. Окей. Да, Андрюху скидывай, зачем ты меня? Фига, камень, что это? А в смысле камень? Как ты меня сбоку оказался? А чё она не едет? Такое ощущение, будто ты меня как-то пролагал. Вы упали первые, я упал последний. Я первый, потом одно место, ребята, получается, да. У Ванька балл? Да, получается. И получается у нас за второй год ничья? Ну, да. Прикольно, норма, ребята, да. Какая-то вообще странная серия получается. 6 тачек в одном месте. Плюс ничья, плюс, блин, ребят, просто за это, я думаю, стоит поставить лайкосик. Да, да, да. Вот, подписаться на наши каналы, ссылки будут в описании. Ну, всем удачи и всем пока. Всем пока, народ!